Здравствуйте, меня зовут Наталья Мызникова. Я родилась в 1989 году в городе Ленинград. В 2014 я окончила СПБГТИ курс Семена Яковлевича Спивака, актриса молодежного театра на Фонтанке. Играю Лору в «Синих розах», Абигель в «Стакане воды», Салли Хейс и Джейн в спектакле «Над пропастью во ржи». В кино были главные роли, второй план, такие проекты, как «Ментовские войны», «Смерч», «Погоня за прошлым», «Неопалимый феникс», «Ундервуд», «Чужой» и многое другое. Есть права категории «Б», вожу машину, играю на домре и фортепиано, также окончила исторический факультет СПБГУ. Приходите ко мне на спектакли и до встречи на кастингах.